Пешеходная дорожка на благоустроенной в прошлом году набережной начала разрушаться. И это уже не первый случай. Любимое место отдыха сейчас выглядит так. И это обстоятельство сильно расстраивает тех, кто привык здесь гулять. Первое впечатление хорошее было, потому что все-таки была она нужна. То есть тут и люди отдыхают, и велосипедную дорожку тут сделали. В принципе, ну так, по выходные проводим, да, и с семьей, и с друзьями. Но то, что вот так вот происходит, негативное, конечно, мнение, это не очень хорошо, это все-таки. Мы 11 числа здесь приехали погулять с подругой, и мы вот когда шли, мы сами удивились. Я вот лично чуть не оступилась в эту яму. Сейчас я лично в шоке, то, что она такая огромная стала. Все-таки будет не очень, если ребенок провалится, туда еще утонет. Все что угодно может быть. Городской администрации поясняют, виной всему сточные воды, которые во время дождя потоком со стороны Шереметьевского проспекта устремляются в реку. В мэрии поясняют, как только о факте разрушения стало известно, на место выехала оперативная бригада. Уже в выходные здесь была огорожена территория и начаты работы по восстановлению. Завершить их планируют до конца текущей недели. Это второй случай уже обрушения тротуарной плитки в данном участке. Сейчас подрядная организация, выполнявшая обустройство сквера в 2018 году, выполняет эти работы, укрепляет откосы и проводит все мероприятия по недопущению повторения сложившейся ситуации. А решить возникшую проблему может только устройство перехватывающего ливнеприемника для сточных вод. И вопрос этот находится в проработке. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.